В эфире ночные картины с Алиной Тереховой и немного монархии. Портрет Эдуарда VI в младенчестве Ганса Гальбейна-младшего. В искусстве эпохи Возрождения детей обычно рисовали во взрослой одежде, поэтому на первый взгляд может показаться, что словно что-то пошло не так. В портретах Гальбейн наделяет своих моделей мощным физическим присутствием, которое в значительной степени контролируется психологической сдержанностью и изящной внешностью, которая была свойственна королевскому окружению. Все эти качества отлично проиллюстрированы в данном портрете единственного законного сына Генриха VIII. Этот портрет преподнесли королю как презент на Новый год в 1539-м. Форма портрета и длинный стих на латыни прославляют короля отца и делают акцент на преемничестве. Гальбейн изображает младенца стоящим прямо, хладнокровным, с погремушкой в виде скипетра в одной руке и другой рукой, поднятой словно в жесте благословения. Такое изображение в прямой проекции перед перилами обычно использовалось для королевских особ или картин со святыми. Тем, кто ложится спать, монарших снов!